о воспитании много можно говорить. Для меня воспитание родителей на первом месте их пример, как жить, о вере, о Боге и как найти правду в жизни и как жить, как написано в Библии. Значит, мои родители были первыми примерами для меня, как все сделать в жизни, как все начать. Вот пример первое на первом месте, потом на втором месте воспитание по вере, по Библии. А на третьем месте, значит, этика и нравственные вот законы, человеческие законы и божественные законы. Вот об этом и мы сегодня тоже говорили о семье, о хорошем примере, о воспитании, о Боге и как жить, как вот стать любимым для других и как стать любимым для Бога. А это можно только, когда ты знаешь, читаешь Библию, ты не только выучиваешь библейские заповеди, а ты живешь по этим заповедям.